Смоленские полицейские получили сообщение о том, что в регионе выявлены фальшивые купюры. При пересчете денег в банке была обнаружена поддельная купюра номиналом 5000 рублей. Она поступила из магазина Сафоновского района. Сбытчика задержали. По его словам, деньги он нашел на улице и расплатился ими в магазине. Теперь задержанному грозит срок до 8 лет лишения свободы.